Всем привет, с вами Лэнди. Жух-вжух, с вами Вайт. Снова. А то. В общем, у нас вышло просто крутецкое обновление, в нем у нас добавили склеверипку на острове фей, и сейчас я покажу вам, как она поет, и вот ее комбинация, кстати. Нам добавили дипстеров, вот их песня. И также исполин на острове холода. Теперь про новую волну. В ней вышел этот мамонт, а вот и его песня. А также редкая и диадами. Скажу честно, это просто пушка. Теперь пройдемся по мелочам. Нам поменяли скин острова фей. Он выглядит круто, но это мой вкус. Также некоторым монстрам поменяли песню. Вот, к примеру, новая песня раковицы на острове земли. Представьте, остров земли вышел в 2013, и там, выходит, спустя 10 лет они сменили песню «Раковица». Как вам эта обнова? Как по мне, очень крутая обнова. А с вами был Лэнди и Вайт, мой кот друга на экране. И всем пока.